Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Importmoto рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале. И сегодня мы вам покажем два автомобиля от концерна SsangYong. Встречайте! SsangYong Rexton G4 2019 года в комплектации Heritage и SsangYong Rexton Sport Han 2021 года в комплектации Noblesse. Итак, начнем с Rexton G4. Это рамный внедорожник с независимой подвеской как сзади, так и спереди, что делает этот автомобиль очень мягким и комфортным на дорогах с любым покрытием. На что бы я обратил внимание, так это на то, что Rexton G4 это хороший конкурент корейскому Hyundai Palisade и японскому Toyota Land Cruiser Prado. Давайте подробно рассмотрим автомобиль. Что первое бросается в глаза? Небольшая хромированная решетка радиатора, камера передняя, сонары, галогенные фары и светодиодные противотуманки. Масса данного автомобиля 2130 кг, клиренс 224 мм. Под капотом 2.2 турбодизель мощностью 181 лошадиная сила, 420 ньютон-метра крутящего момента, идет в паре с 7-ступенчатым автоматом. Перейдем на борт. С борта я бы обратил внимание на 20-е диски, низкий профиль резины, высокий ход подвески. Зеркала у нас с повторителями указателя поворота, камеры бокового обзора и система слепых зон. Двери у нас с бесключевым доступом. По задней части автомобиля, что первое бросается в глаза, это большая надпись Rexton G4, большие задние фонари и задние противотуманки. Автомобиль у нас с бесключевым доступом, есть камера заднего вида. Автомобиль выпускается в двух модификациях, 5-местный и 7-местный. У нас автомобиль 7-местный. Объем багажника составляет 797 литров и со сложенным вторым рядом получается 1977 литров. В принципе все, перейдем в салон. Итак, по поводу салона, на что бы я обратил в первую очередь внимание, так это на удобный полный мультируль с обилием кнопок. Слева у нас максимальная комплектация, хочу заметить, у нас память сидений, все системы безопасности автомобиля, система курсовой устойчивости, кожаный салон, матовые вставки, идеальная строчка, 8-дюймовый дисплей, кожаный салон с вентиляцией и подогревами сидений как водителя, так и пассажира, раздатка 2H4, H4L, очень удобное обилие подстаканников и бардачков. Обратите внимание на черный потолок, который редко сейчас встретишь в японских автомобилях. Заведем автомобиль. Что немаловажно, автомобиль корейский, и в этом автомобиле 13 языков, включая русский. Панель приборов полностью на русском языке, но у дисплея всего 3 языка – французский, английский и корейский. Автомобиль уже перевели дисплей на английский язык. Очень удобный большой климат-контроль. В принципе, все. Давайте перейдем назад со своей любимой фишечкой, сяду за самого себя и посмотрим, удобно ли мне будет сидеться. Так, ну что, сел за самого себя. Хочу заметить, что мой рост составляет 2 метра ровно. Что бы я обратил здесь, так здесь тоже кожаный салон, обилие подстаканников, есть маленький бардачок. В принципе, сижу комфортно, ну, если сесть так, да, я уперся ногами, не очень удобно, но если раскинуть ноги, достаточно комфортно. Немаловажно, чего нету в многих японских автомобилях, так это подогревы задних сидений. Есть USB для подзарядки телефона и розетка. В принципе все, перейдем к SsangYong Rexton Sport Han. Итак, Rexton Sport Han 2021 года. Это уже рестайлинговая модель. Масса автомобиля составляет 2150 кг. Заявленный клиренс 203 мм.
но так как автомобиль у нас для активного отдыха и путешествий, его клиренс 230 мм. Фары этого автомобиля светодиодные, противотуманки светодиодные, большая хромированная решетка радиатора с большой надписью «Хан», которая сразу бросается в глаза. Под капотом этого автомобиля двигатель 2.2 турбодизель мощностью 181 лошадиная сила и 420 ньютон-метра крутящего момента идет также в паре с 7-ступенчатым автоматом. С борта, на что бы я хотел обратить внимание, так это на обилие защитного пластика, АТ-шную резину, высокий профиль резины, высокий ход подвески. И это у нас 18-е диски. Зеркала у нас с повторителями указателями поворота, система слепых зон, камеры бокового обзора. На дверях присутствует бесключевой доступ. Объем топливного бака составляет 85 литров. Перейдем назад. Итак, главное отличие Rexton Sport Han от обычного Rexton – это удлиненный кузов на 31 сантиметр. Установлены багажники хановские для активного отдыха и путешествий. Можно закинуть любой груз, либо сапы, но вы скажете, это неудобно. Для этого здесь есть специальная подножка. Выдвинули, и можно спокойно закидывать. И очень удобно она закрывается. Объем багажника составляет 1231 литр. И что немаловажно, что весь багажник защищен пластиком или алюминием для его надежности. Сзади также присутствует камера заднего вида. В принципе, все. Перейдем в салон. Итак, первое, на что бы я обратил здесь внимание, так это на кожаный черный салон. У каждого пассажира и водителя есть подогрев и вентиляция сидений. Кожаный полный мультируль с обилием кнопок. Все системы безопасности автомобиля находятся слева. И не стоит забывать, что этот автомобиль таможится как грузовой бортовой категории B. Заведем автомобиль. Но что бы здесь можно еще обратить внимание, так это на то, что панель у нас также переведена на русский язык. Также есть 13 языков, 8-дюймовый монитор, в котором присутствуют только 3 языка, английский, французский и корейский, но мы его уже перевели на английский язык. Очень удобно расположена беспроводная зарядка, обилие подстаканников и бардачков. Та же самая раздатка, что у Rexton Sport и Rexton Sport G4. Задний привод полный и понижайка в раздатке. В принципе, все. Перейдем назад. Сяду со своей любимой фишечкой за самого себя. Итак, сев за самого себя. Да, места здесь поменьше, чем в Rexton G4. Но сижу достаточно комфортно. Только если раскинув ноги. И здесь кожаный салон. Обилие подстаканников, бардачка нету, темный потолок и, немаловажно, сзади также присутствуют подогревы сидений. В принципе, все, перейдем к заключению. В заключение я бы хотел бы отметить цены этих автомобилей. Rexton G4 комплектация Heritage, сейчас цена начинается от 2 300 000 рублей. Rexton Sport Han 2021 год, непроходной грузовик, цена начинается от 3 200 000 рублей в такой комплектации. Мы, компания Importmoto, занимаемся поставками автомобилей из Японии, Кореи, Китая и Арабских Эмиратов. Также мы занимаемся таможенной очисткой экспортных, импортных и транзитных грузов. Хотите такие автомобили? Заказывайте их у нас. Все говорят, а мы делаем. С вами был Александр, компания Importmoto. До новых встреч!